Ну, надо понимать, что вообще документальные фильмы, тем более фильмы из хроники, обычно смотреть очень тяжело и сложно. А этот фильм, когда вы его увидите, когда его увидит зритель, то я думаю, что мало кто сможет предположить, что он сделан из хроники, является документальным. Он выглядит, как выглядит фильм игровой, художественный. И смотреть этот фильм, на мой взгляд, захватывающе интересно, особенно когда ты еще понимаешь, что на самом деле то, что ты видишь, является правдой, а не какой-то постановкой. Этот фильм произвел абсолютный фурор на Каннском фестивале. Люди из разных стран, и французы, и немцы, и англичане, и американцы восприняли эту историю, историю Бабьего Яра, как свою историю, как историю того, что происходит с людьми сейчас, здесь, вне зависимости, под здесь я имею в виду не Украину, а здесь, в этом мире, да, в разных странах. И этот фильм рассказывает про человека вообще, про человека во времени, про жернова войны, к сожалению, так сказать, к трагическому сожалению, Украина сейчас опять знает, что такое жернова войны, и что такое человек в этих жерновах, и как человек может, как может человек превращаться в народ, да, и как в этом народе сложно различать человека, с одной стороны, а с другой стороны, как от каждого человека зависит его судьба. Я считаю, что это очень важный фильм. Мы рады и гордимся, что самый известный украинский режиссер на данный момент в мире, Сергей Лазница, этот фильм сделал. Этот фильм сейчас выходит по всему миру. Через несколько дней, 13-14, будет премьера его на Лондонском фестивале. И замечательно, что украинские зрители, те зрители, для которых я знаю, что и для нас, и для Сергея, это главные зрители, это зрители, для которых связь с тем, что происходит в этом фильме, она прожита и, так сказать, врощена в судьбы каждой семьи. Я счастлив, что этот фильм будет здесь показан. Я не могу сказать, что желаю хорошего просмотра. Этот просмотр сложный, но важный. Этот фильм показывает, как прошлое к нам приближается. За счет уникального способа обработки пленки, за счет работы со звуком, вы вдруг обнаруживаете, что то, что произошло 80 лет назад, на самом деле произошло только что. И вот это осознание того, что произошедшее очень давно, на самом деле произошло с нашими там дедушками, с теми людьми, которых мы знали, произошло просто совсем недавно. Это очень важное ощущение, и мы многое сможем понять, многому научиться.